Всем привет, я Лех Козлов. Мы здесь и сейчас в Рязани на первом этапе РДС Европа. Все было максимально круто до пятницы. Сегодня день квалификации, у нас просто сломалось все, что могло. Мы на параде участников. Вот он я. Среди бесчек буду стоять. Вов, машину поднастроить надо. Можешь помочь, пожалуйста? Да, конечно, брат. Ну, вот, что надо это, поделать? Да, в разъем подключайся вот в этот. Вот сюда, вот как? Вот так надо поднастроить. Да, вот поднастрой, пожалуйста, можно? А вот так нормально? Или туда поглубже? Сафронов бесконечно рад и счастлив, что Володя, давай. Больше никак не капризничает. Поэтому заряжен по полной. В принципе, мы широко это и видим. Достаточно уверенно начинает он заезд в роли лидера. Хорошая реабилитировался. И очень-очень-очень пытается Александр Андреади там не отстать. Успеть за ним, не упустить чемпиона РДС 2014 года. И вот только появляется. Ну давай, Володя, тащи. Это по регламенту. Первый заезд был очень хорош. Мы смотрим, как Александр Андреади теперь без пяти минут. Главное, чтобы не ошибиться. Очень хорошо, широко. Владимир Сафонов никуда не девается. Буквально вот еще чуть-чуть. Хорошо, хорошо, значительно лучше, чем Андреади. Да блин! Хотел оказаться очень близко, но оказался... Скай.